Здравствуйте, Бруниус. Это видео про ваши переходнички, хвостовички КПАН. Первый хвостовик для ТАИР. Диафрагма от 4,5 до 22. И фокусное расстояние 300 мм. Вот он, первый хвостовичок. И второй хвостовичок для Юпитер 37А. Фокусное расстояние прошито 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Вот он, второй хвостовик. На каждой упаковочке написано, для какого объектива, так что вы не перепутаете. Внимательно прочитайте комфортный алгоритм для работы с этими объективами, которые я вам выслал. И также на моем канале обязательно посмотрите, как правильно вставлять и как вынимать КПАН с одуванчиком в камере и из камеры, чтобы не сломать одуванчик. Ссылочки я вам прямые дам. Сначала научитесь вставлять без объективов, чтобы почувствовать, как это делается. Вот, а потом уже с объективом, и у вас все будет получаться. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.